Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Zigzag Trading System. Как утверждает автор стратегии, она представляет собой смесь разных по типу индикаторов. Несмотря на это, сигналы от данной стратегии получаются довольно прибыльными и могут приносить до 75% прибыли. Опирается данная стратегия на известный многим индикатор ZigZag, направление которого будет учитываться при совершении сделок. Если верить этому описанию, то данная стратегия должна приносить около 75% прибыли. Но тестирование данной стратегии показало очень неоднозначные результаты. Так как по своей природе индикатор ZigZag очень часто может менять свои значения, что и приводит к совсем другим результатам в торговле. И все же давайте рассмотрим данную стратегию по порядку и разберемся, какие правила торговли она использует, чтобы по итогу сделать свои собственные выводы, основанные на реальных примерах и торговле. Таймфрейм в данной стратегии можно использовать любой, а экспирация составляет 3 свечи от текущего таймфрейма. Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Настройки индикаторов лучше оставить по умолчанию. Для тех, кто впервые сталкивается с установкой индикаторов, данное видео поможет разобраться во всех нюансах. В нем рассказывается, как правильно устанавливать индикаторы в терминал MetaTrader 4. А теперь давайте перейдем на реальный график и рассмотрим правила торговли по данной стратегии. Правил торговли по данной стратегии всего 3. Одно из правил по данной стратегии гласит, что для покупки опциона Call значения зигзага должны находиться в нижней части движения. Соответственно, и для покупки опционов Put значения зигзага должны находиться вверху движения. Но, к сожалению, очень часто бывает так, что значения зигзага могут поменяться как раз в тот момент, когда все говорит о том, что нужно открывать опцион Call. С опционами Put бывает точно такая же ситуация. Второе из правил стратегии основано на индикаторе Heiken Ashi, который находится на графике, и заключается в том, чтобы цена пересекла индикатор снизу вверх для опциона Call и сверху вниз для опциона Put. И третье правило относится к подвальному индикатору, значения которого должны поменяться с красных на зеленое для опциона Call и с зеленых на красное для опциона Put. В итоге, сложив все вместе, получаем сигналы для покупки опциона Call и для покупки опциона Put. Как уже говорилось ранее, индикатор ZigZag может менять и перерисовывать свои значения. Но давайте все равно попробуем совершить сделки по тем правилам, которые были описаны в стратегии. И уже по результатам данных сделок будем делать выводы по данной стратегии и ее работоспособности.
По итогу имеем довольно неоднозначные результаты, так как из 6 сделок 3 все-таки закрылись в прибыль, а другие 3 закрылись по цене открытия. А это значит то, что от убытка нас отделял всего один пункт, и результаты в итоге могли быть совсем другими. Поэтому перед тем, как использовать данную стратегию, необходимо очень тщательно и внимательно протестировать ее на демо-счету. Кроме этого, работу индикатора зигзаг необходимо скорректировать, а может быть и вообще убрать его из этой стратегии. Также необходимо протестировать разное время экспирации, чтобы подобрать такое, которое подойдет больше всего. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!